Администрация президента США не намерена отступать в вопросе антимигрантского закона. Белый дом будет добиваться отмены решения судьи, отменившего действие указа о запрете въезда для жителей 7 государств. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс. Однако в любом случае на время юридических разбирательств ограничения не будут действовать. Американцы знают, что угроза реальна. Они выбрали Дональда Трампа президентом по многим причинам. Одна из них — необходимость пересмотреть иммиграционную политику так, чтобы люди, представляющие угрозу нашим семьям и нашему обществу, не смогли въехать в страну. Мы продолжим придерживаться этой позиции, и мы уверены, что решение президента стоит на солидной конституционной и юридической основе. Сам Дональд Трамп в своем твиттере назвал действия судьи смехотворными и подчеркнул, что это решение подвергло страну опасности. «Если что-то случится, виноват будет судья и судебная система», — написал президент. Несмотря на отмену запрета, по крайней мере временную, прилетающие в США опасаются пограничного контроля. Даже несмотря на то, что мы не из страны в этом списке, тот факт, что мы мусульмане, заставляет меня беспокоиться. Нас могут как минимум допросить по прибытии. Нам сказали, что нас могут и задержать, а у нас 16-месячный сын, и я очень беспокоюсь за него. Тем временем американские визовые органы восстанавливают визы, аннулированные с момента подписания указа. Всего, как сообщается, речь идет минимум о 100 тысячах документов для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.